Слишком легко отделались. Прокуратура Москвы планирует ужесточить наказание для гонщиков на Гелендвагене. Подготовлена даже специальная апелляция на приговор по этому громкому делу. В прокуратуре уже отметили, что исправление фигурантов этой истории невозможно без наказания, связанного с реальным лишением свободы. По мнению государственного обвинения, Шамсуаров, Маджидов и Усков должны быть осуждены не только за оскорбление представителя власти, но и по статье 318 Уголовного кодекса за угрозу применения насилия в отношении сотрудников полиции. Какое нужно придумать наказание для участников гонки, начали активно обсуждать и в интернете. Публицист Платон Беседин рассказал Лайфу свою версию. Он предложил устроить показательную порку Шамсуарову и Багдасарян. Ситуацию с так называемой «золотой молодежью» комментируют даже в Госдуме. Депутат Игорь Лебедев отметил, что дети богатых родителей все чаще стали позволять себе игнорировать закон. По его мнению, в их поведении есть вина и общество в том числе. Yeah.